Привет, ребята, с вами Каиса. Я продолжаю проходить второго гекса Nintendo 64 версию европейского региона. Так, и мы отправляемся дальше. В синие ворота. Второй космический сейчас будет у нас уровень. Вот, синие ворота. Самый тяжелый уровень, наверное, вот этот второй космический. Я не знаю, какой путь выбрать. А, вот этот сперва. Пирамидки. Так, ну что ж, нажимаем рычаг. И бежим вперед. Бежим вперед. Я надеюсь, я не буду так, как скотина, беситься, как вчера у меня было в американской версии. Очень сильно. Я плохо прыгал там. Ужасно, в общем, все было. Так, идем побыстрее туда сбивать пирамидки. Хотя ресурсы мне тоже нужны, конечно. Ресурсы мне тоже надо взять. Их можно и потом собрать. Так, 30 ракет собрали, есть. Так, спускаемся на лифте. Что там с кислородом? Нормально еще. Так, вот вторая пирамидина. И мы на платформе возвращаемся. Возвращаемся сюда. Так, ну давайте подышим. Теперь идем в портал. Так, мне кажется, вряд ли я соберу за один раз все, что мне нужно. Не знаю, не знаю. Забираемся наверх. Иди сюда. Так, прыгаем вот сюда в портал. Можно подышать. Третья пирамида. Так, теперь космонавтов надо собирать. Эх, я его вообще скинул, это плохо на самом деле. Я мог бы за него получить ресурсину. Так, четвертая пирамида, берем белый пульт на уровне. Вот тут вот. Можно сюда еще залезть. Космонавтов позбивать. Теперь, наверное, надо будет куда-то вернуться мне, потому что явно я не соберу сейчас. Надо будет вернуться на эту стену. Тут можно немного пособирать. Немного. Так, воздух заканчивается уже. Это печально. Но можно спуститься вниз тогда. Не знаю. На лифте. А лифта-то уже нету.
Вот в чем беда. Лифт-то уже сперли. Так, надо было сразу здесь пособирать. Так, подышим. Ах ты, скотина. Так, ничего он не оставил после себя, да? Так, а мне надо подышать. Срочно. Иначе я задыхаюсь уже. Хуже, да? Так, что у нас там с ресурсами-то? Сколько? Забираемся наверх. Отсюда я не вижу. А, 40. Еще десяточку надо собрать. Ух, где же мне ее взять-то, эту десяточку? Так, что-то я не вижу. Здесь ни хрена. Ну ладно, может, на пути соберу. Как раз таки. Там вроде будет какой-то таракан. Хотя он не даст столько, сколько мне надо. А, кстати, тут ящик есть. Я вот про это что-то подзабыл. Если не собирать пирамидку сейчас, то можно пройти к ящику. Альтернативный путь. Так, сколько там мне надо? 3 штуки. Я вижу только 2 космонавтиков. Блин, неужели одного космонавта не найду? Прям печаль, беда. А, вот, все нормально, нормально все. В этой же штуке есть космонавт. Так, сколько мне надо? Еще парочку. Так, ну давай, Гексина. Белый пульт мы взяли. Так, тут надо с самого края прыгать, это я помню. Вот так вот. Так, ну все, теперь за ресурсы можно не париться. Сохраняемся. Ну давайте в подвал тогда сходим. Теперь. Это самый сложный из путей. Там очень замудренные прыжки нужны. Поэтому он сложный. Так, ну давай, Гексин. Так, и нам в подвал, на лифт. Бежим. Бежим. Куда ты полез? Так, вот эту штуку я хочу ушатать.
Так, и надо на рычаг нажать. Нам сделался здесь путь. Уф, так, тут... Кстати, а что вот тут за рычаг? Что он делает? А, он платформы куда-то отодвинул в другое место. А зачем? Так, здесь можно подышать. Так, ну а мы нажимаем вот этот рычаг. Можно взять голубую муху, она ускоряет. Так, иди-ка сюда. А мы нажимаем на рычаг. Так, все восстановилось. Я получаю жизнь. Так, теперь аккуратненько, осторожно прыгаем. Не запутаться бы в прыжках. Так, это я только до сюда добрался, окей. Так, ну, поползли, поползли. Нам вот на эту платформу. Так, теперь за воздухом. Ну что, давайте прыгать. Все в одно касание. Стоять на этих платформах нельзя. Так, сразу. Давай, вези меня. Есть, второй пункт взяли, красный. Так, ну теперь остался несложный путь, надо сказать. Так, идем, значит. Да, вот эта платформа нужна теперь. Так, нажимаем на рычаг. И бежим вперед. Так, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Так, быстро, 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 быстро. Нам наверх. Нам только наверх. Так, на платформу. Подышим чутка. И теперь вот на эту платформу. На самый, мать его, вверх поднимаемся. Так, ну здесь осторожно. Ибо лазеры. Эх ты, черт, уколол меня. Его меч. О, кстати, тут голубая муха есть. Можно ее взять. Почему нет? Так, тут подышать можно. Немного. Так, теперь лезем вот сюда, наверх. Дальше прыгаем сюда. Так, а здесь осторожно. Так, голубая муха, конечно, дает ускорение. А прыжки намного длиннее получаются. И Гекс как угорелый. Так, вот. Что?
обычные прыжки, ничего сложного нету вот на этих карусельках. Так, теперь ждем. Тут даже подышать дадут. Все, пройден космос. Ура! Космос мы прошли. Так, сохраняемся. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующих уровнях. Пока-пока.